таблички-то убрали после Варламова, как он приехал. Здесь же были таблички, не влезать, не трогать. А теперь их нет. Так, мы приехали в детский городок Сказка, который очень ругал блогер Варламов. Я Варламова уважаю. Даже... Не знаю. Я его уважаю. Он как архитектор. Много чего понимает в том, что мы не понимаем. Ну, конечно, обидно, когда он ругает Мурманск за ужасные места. Но я хочу сказать, что такие места есть в любом городе. В любом городе есть свое гетто. Оно и в Европе есть. В Париже тоже проезжаешь такие места, куда заходить не хочется. Вот. Избушка на курьих ножках сидит на заднице. А баба-яга куда-то свалила. Вот. Егорка довольна и разглядывает. У нас Гриша пошел на футбол, а мы с Егором сюда. Чего? Подожди, я тебя сфотографирую, Егор, подожди. А это что? Типа 12 месяцев. А, да, это 12. Наверное, да? Так, раз, два, три, четыре. А ты кто? А это девочка, которая пошла собирать в лес, ее отправили за подснежниками, видишь? Я не помню. Вот у нее, наверное. Я не такую сказку. А что-то там камни какие-то. Не подснежники, а камни. Так это... Оно золото, бриллианты. Это так сделано, на самом деле это подснежник. А он злой Кощей, смотри, над златом чахнет. Так я уже смотрел. А ты был уже тут? Ну, да, только где-то там. Ясно. Ну вот. Ну и Варламов, конечно, приезжают в самое неудачное время в Мурманск весной или осенью, когда грязь, страсть, снега нет, чернота, скользко, не пойми что. Вот. Емеля. Да, Емеля. Ага. А это вот это, которая... А это кто? Это бабка, с которой он жил. Это, он ее превратил. Нет, а вот это кто? Бабушка или волк? Леший. Ну, он во многом, конечно, прав, как специалист все равно. Если обещали снести двухэтажки эти деревяшки, так они снесли все. Слушайте, бешеных денег стоят эти скульптуры. Вот я прям понимаю. Тут до этого даже лазили. Это вот Пушкин это. Да. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ну а дальше? Ты знаешь, и днем, и ночью. Все ходит по цепи кругом. Здоровая какая голова. Подойди к нему, чтобы было видно, какого он размера. Ага. Большая. Ну, а развлекалок тут вот, скажем так, немного. Для детей-то. Но я хочу сказать,
таблички-то убрали после Варламова, как он приехал. Здесь же были таблички, не влезать, не трогать. А теперь их нет. Вот сила блогера. Летучий корабль. Змей Горыныч. Дядя Степа. Ну и большущий такой. Тридцать лет назад, ну не 30 лет, здесь, собственно, и был такой каменный детский городок, но просто за время развалилось все, разбилось, сделали новый. Ой, мой рыженький лазит, он ему нравится, не оторвать. Я так уже подзамерзла стоять на одном месте. Народу немного, потому что сейчас такое время, еще родители с работы не приехали. Да, и открыт он дольше, парк. Когда Варламов снимал, что-то он рано закрывался. Надо посмотреть на ютубе. А сейчас до 9 вечера, по-моему. Ну, я так чувствую, что уже еще в парке мы уже сейчас с Егоркой не пойдем. Я уже и устала, и замерзла. Ходишь жарко, стоишь на одном месте холодно. Вот. Бабушка никакущая, еле стоит на ногах. Да что ж такое-то, бабуленька-то моя, ягуленька. Может, ты так натрескалась-то. Еле стоит, но долго выполняет. Ждет кого-то, внука или внучку. Держите. Зовет кого-то. Видимо, сбежал от бабушки. Чего он поженился? На лягушке. Да. Вот этот мужик. А это кто такой? Я не могу над тобой, а господи. Вот этот мужик говорит. Леший, наверное. Румяный на улице. Он напрыгался, наскакался с железными зубами. Ты. Господи, мужик говорит, вот этот. Ну вот, и прямо напротив детского парка градусы, все виды напитков 24 часа. Вот так. Поэтому и бабушки, наверное, такие ходят в детском парке.
Ну ладно, будут каникулы. Расцветет получше, приедем. И вы, мои дорогие, пока-пока.